Наверное, многим знакомо, когда чистишь молодую картошку, руки потом тяжело отмыть, да, появляется такой темный цвет на пальцах. В основном, да, мы одеваем, скорее всего, такие, может быть, перчатки, чтобы не испачкать руки, не испортить маникюр. Ну, мужикам, наверное, в большей степени тоже не принципиально. Молодая картошка чистится очень хорошо, но при этом мы знаем один такой минус, да. Предлагаю вам новый вариант чистки молодого картофеля. Мы сейчас и почистим, и сразу же помоем. Итак, берем картошину. Нам не нужны ни картофелечистка, ни ножик, ничего. Ничего. Ничего, кроме напора воды. Итак, картофель берем. Если видно, кожура слетает сама по себе. Замечательно. Вуаля. Чистый картофель. Давайте попробуем еще раз. Кожура есть. Кожуры нет. Всего-навсего вам понадобится давление воды примерно 3-4 атмосферы. Ну, ручки так слегка покалывает, но решать вам нужно.